Алло, Виктор Петрович, я уже подъезжаю к улице Карла Маркса. Скоро буду на месте. Хорошо, я жду свой заказ. Отлично. Кто еще мне тут звонит-то? Алло? Здорово, Никола. Поедешь завтра на митинг по защите животных? Он пройдет на Болотной площади, начало в 11. Я там его организую. Все уже схвачено. Приедешь? Ой, Юра. Если я не устану от этих бесконечных доставок, то я обязательно приеду на митинг животных. Обязательно. Ведь животных надо защищать. Все хорошо, давай. Давай, до встречи. Ой, темно, хоть глаз выколи. Это ж приспичило человеку в такой поздний час заказывать пиццу. Эх, где же он? Где? Ох уж эти водители-то. Узкая дорога! Ладно, назад! Надо, чтобы пропустить их! Так, вот они наконец-то приезжают. Ну все, поехали. Обломать руки архитектору, который строил эти несчастные дороги. Ей-богу, не разъехаться, не проехать. Ничего. Все уже спят. Мне бы тоже неплохо бы поехать домой. Нет. Какому-то... Так, как его там? Виктор Петрович. О, Виктору Петровичу приспичило заказать несчастную пиццу в 23:30. Черт возьми. И почему опять эту обязанность взвалили на меня? Да, ну конечно. Кто еще из вас работает с 3 до 12. У кого машина завелась в эту несчастную погоду? Правильно, только у меня. И в итоге я сейчас еду, тащусь. Ладно уж. Проедусь и домой. Через месяц нахрен уволюсь. Достала эта работа. Что за чертовщина? Там уже конец улицы. Так. Надо позвонить Виктору Петровичу, узнать, в чем дело, где же его дом-то. Алло, Виктор Петрович, я сейчас еду по улице Карла Маркса, но тут последний дом 36-й, а дальше вообще дорога в лес идет без домов. Мой дом под номером 44, в самом конце. Ладно, 44-й. Я же точно помню, что на этой улице лишь 36 домов. Может, я просто дальше никогда не ездил? Ну ладно, поеду сейчас в лес. Это что? Дорога же закончилась. Так, я что-то вообще ничего не понимаю. Надо бы позвонить Виктору Петровичу. Может, я не туда свернул? Алло, Виктор Петрович? Тут дорога заканчивается. Петрович. Эй, Виктор Петрович, кто это говорит? Эй, алло! Алло! Эй, кто вы такой? О, нет! Проклятье! Фары потухли! Что за чертовщина-то? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь?